Краснодонская детская школа искусств имени Анатолия Леонидовича Корягина. Субботина Марина, 11 лет. Театральное отделение. Сергей Сухонин. Две сестры бежали от войны. Две сестры бежали от войны. Свете 8, Кате 3 всего лишь. Вот чуть-чуть еще и спасены. За холмом свои, а значит, воля. Но рванула мина сия смерть. Позади идущих дымно, гадко. И один осколок долетел и ударил младший под лопатку. Словно скрыть хотел преступный след. Миллиграмм горячего металла. Ватник цел, и крови тоже нет. Только сердце биться перестало. Старшая сказала: «Хватит, Кать! Ведь и мне приходится не сладко. Ручку дай, пора уже вставать. Час еще, и будет все в порядке». Но, увидев Катин взгляд пустой, Света на мгновение застыла. И котомку, выбросив с едой, на плечо сестру свою взвалила. И откуда силы в ней взялись? Но она бежала и бежала. Лишь когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам медсестра. Маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: «Мертва». Света сразу в голос заревела. «Нет, не надо!» — разносился крик. «Люди, люди! Разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб. Папу с мамой немцы расстреляли. Почему так много в мире зла? Разве жизнь сестры моей игрушка?» Медсестра за плечи увела с поля 8-летнюю старушку. Ну а Катю на руки поднял пожилой солдат из 3-й роты. «Внученька», — он только лишь сказал, «как же я тебя не уберег-то?» В небесах закаты жгут костры, и ветра свои роняют вздохи, словно тихо плачут две сестры, искорки безжалостной эпохи.